фонаря Light. Довольно интересная система. Как видите, на турецком стартовике установлен нормально. Причем здесь глоковское крепление. Ну, он немножко играет, как бы. Вот. Но я попытался поставить его. Дай, пожалуйста, свой Ford. Ford 17. Так, магазина нет. Смотрим. Ford 17. И фонарь Light. Это PL Mini, по-моему. Сейчас как бы его попытаться показать. Вот глоковское крепление. И имеет Ford 3 проточки на нижней планочке. Да? И пытаемся поставить. Смотрите, оно просто не сходится даже элементарно. Вот, даже не знаю, как быть в этом варианте. Значит, ну, то есть, если фонарик вообще классный, вот, его бы поставить. Да? Как твое мнение? Ну, да, довольно-таки симпатичный. По поводу... Много места не занимает. Да. Ну, понятно, что нужна специфическая кобура, но тем не менее. Непонятно, как сделано. Ну, все-таки наклонили здесь спусковую скобу. Но что сюда можно поставить в итоге, я не знаю. Вот. Малюсенький такой фонарь, а планочка просто не дотягивается. Ну, вот такое, к сожалению. Такая штука. То есть Форд украинский с китайским Лайтом конфликтует. Подружить не получится. Ну, разве что специфичный. Нет, тут пилить, конечно, не хочется, но тем не менее. Вот. А так машинка была вполне, смотрите, какая симпатичная. Уже все нормально. Еще поставить обычное крепление на этот самый. Вот. Коротким нажатием включается, выключается. Если нажать держать, удержание, ну, соответственно, вот этой рукой лучше. Попробуешь? Что скажете? Ну, интересно. Ну, если привыкнуть, к примеру, мне пора здесь. Я думаю, вполне бы он соответствовал требованиям пистолетного подствольного фонарика. Именно вот на короткий твой Форд. Не становится. Ну, я имею в виду, что было бы очень, очень даже кстати, наверное. Порой да. Потому что на стартовике оно как бы нафиг не надо. Вот, ну так для этого. Да, крепление хорошо, качество великолепно, я бы сказал. Ну, оно алюминиевое, он, да. Очень классный вес он не дает. Да. Очень даже. Причем, знаешь, что вот это внизу за штучка у него? Вот это. Магнит, наверное, какой-то. Магнитная зарядка, да. Она так прилипает и все. Mm-hmm. Вот в машине едешь, он тебе, например, лежит возле тебя и заряжается от прикуривателя. Вообще такая классная штука. Согласен. Ford 17R. Попробуем стрелять. Давно я из резины не стрелял. Ох, он и плюется этим самым. Такие куски, если бы не в очках, да, было бы, наверное, не очень хорошо.
там сам остатки пороха прямо из патронника вылетают. И все, оно на лицо. Хорошо, что есть очки от доспехи для глаз. Третьего раза сработал. Ford 17R. На мой выбор другой. Тоже расскажу. Всем пока.